Конечно, есть рыба, тут же все с Сахалина. Ты чё, рыбы ебанешься сколько? Я рыбу поставлю. Поставил рыбу, кушаем рыбу. Блять, это случайно? Ромбик в звездочку и в крестик выносим. Меточки. Первые меточки не выносим. О, кстати, я сейчас возьму маску потестить. Так. Фул ребаф дайте. Ганнер, дай фул ребаф прыгну. Даю РЧ на пул. Вагонет, что не хватает? Вагонетка. Ладно, татурон. Ты танчишь первый. На татурона. Да, на пул дайте. Первая пати воин. А, вагонетка здесь, все, на вагонетку на пол. Выведу отчет. Первые метки не выносим. Блять, ну что это за пол? Ебаная жизнь. Обычное облако газа. А, у меня, блядь, яды спали, заебись, затестим. Ты как всегда. Геру, 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 Геру. Первые не выносим, бьем. Под маской гибельной на 36 секунд ложит. Под Герой под маской. Просьба для РДД, держите рейндж с килами, а? Летник, выбеги, ага. Вот кто там выбежал. Метку сбегите. Что, задержка или? Лагает? Только у меня лагает. Юрин, ну. Меня залагало. Пиздец, как сильно залагало. Меня слышно? Да, да, слышно. О, великий РДД, блядь, держите дистанцию с хилами. Мы встаем так, чтобы до всех доставать. Дистанцию наберите, не блюйте на всех. У меня просто встало все. Не знаю, почему не так. Можно и нерхоли по-моему. Да подойди в мили-зону, побей. Давай. РДД, вы наркоманы. У меня получилось.
Опять человек, блядь, блюет. Пизда, он лагает. Просто. О, пролагал, кажется. Да. Папочка, у меня получилось. Ты что лагаешь, что не лагаешь, блядь? Я тебя один хер никогда не могу. А у меня автотака бьет нормально. Картинка встала и это. Вообще ничего не вижу. Так чё, а чё у нас с боссом? У нас с боссом? А, вагонетка, забери босс. У нас по рейду уже лежит. Чё страшно? Лена, поднимаешь Сахалинович. Сахалинович, поднимаешь Саботягу. Саботяга поднимает... А нет, уже кто-то отдал, да? Лен. Ну ладно. Ренджей не хватает, мели плевать, не значит. Ну да. Меточки. Ромбик. Чеги поближе к танку. А. У нас походу меточки не знают, что делать еще, помимо всего прочего. Да не первый раз вводит ЦВК, КЗ. Ну, в два раза было, звезду метку вынесли, он выбежал и сразу же с ней убежал. То есть не дождался пока за... Ну и помимо этого у нас раньше ДД не умеет держать дистанцию. По 5, по 6 человек для людей. Берса. Папочка, у меня получилось. Шишка, встань, весни всех крестом. Да у меня залагало, блин, у меня картинка встала просто и все. И уже не знаем, что делать, ножками трясем. Рыбу поставил, кушаем. Да не, ну тут просто нету людей, которые могут не знать. Тут все были в СЛК, в рейде, на РК. А, Денис, поставь, пожалуйста, джипса куда-нибудь. Спасибо. Так. Да, они не то что бегут за нее. Я стою, хилю, ко мне подбежала три РДДшника, можно сказать, вплотную стоят. Даже не двиг. Бах, бьет уже 5 человек. Объясняю, смотрите, РДД, вы по всей площади этой комнаты расходитесь вот так вот. Вот где стоит сейчас звездочка. Здесь встал, там, здесь встал. Общую дистанцию набрали, что рядом с вами никого нет. Да, если гибнет губительный газ, вы начинаете блевать. Если рядом с вами есть человек, он тоже начинает блевать. Если возле него еще кто-то есть, он начинает блевать. Все, вот это пошла цепная реакция. Все начинают блевать, всем весело. Поэтому вы набираете дистанцию между друг другом. Когда босс кидает споры, у вас над головой такой оранжевый кружочек шипастый начинает вверх-вниз ходить. Одна меточка идет вот сюда вот. Вторая меточка идет вот сюда вот. Третья меточка встает вот сюда вот. В этот момент, и все, и вы тут и стоите, пока эти меточки не попали. В этот момент остальные РДДшники сбегаются к этим меточкам. Только эти меточки попали, вы опять набрали дистанцию между друг другом.
У танков там свой нюанс. Танки, стаки, когда уже накопят, вагонетка, когда стаки накопят, тот урон ты у него забираешь, вагонетка проанонсишь ему. Если в миле две метки там крутятся, то бишь на войне и на ДК, например, или на разбойнике, одному придется выбежать в РДД зону. Те, кто в РДД зоне, если на вас метка, вы выходите в эти две метки, в одну из этих меток, выносите их и стоите. Если на троих РДДшников падает, один РДДшник бежит в миле зону. Даю РЧ. Я понял, они вайпнули, чтобы я маску затестил. Все понятно. И пулять, блядь, только по отчету. Никто раньше времени не пуляет. Блядь, я вообще... А, нет, все правильно. Рейндж. Кто там? Твикси, он рядом с чётким... Хантер, два, маг, лоб. Первые метки не выносим. Стоим, где стоять, не стоите. Не выносим первые метки. Не надо. Просто вы стоите, лупите под герой, пока дают. Выбеги в ромбик. Гниль. В ромбик, слева ромбик. Мили РДДшники сбежались никуда. Какую-нибудь из меток. Любую. Все, разбежались, опять набрали дистанцию. Здесь на ваш ДПС никто смотреть не будет. Я смотрю на замерный после ДПС. И здесь делаете, блядь, по тактике все. Кими в миле... А, нет, все нормально. Мастера ордайте. Вагонетка, забирай, этот урон забирай. На пул на этот урон отдайте. Один, Андрей, мили зону. Станцию наберите РДД. А, не-не-не, все, один в миле, Витси, давай.
кровь, Андрею скидывай. Ты всегда был моим любимчиком. А, блядь, ты не скинул. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Боссы не засчитываются, короче. Не засчитываются? Душа. Андрей, у тебя этот, да? Сейчас. Здесь ураган. Андрей, у тебя кровь есть? Коль, я передать ему не мог. Ой, я что-то передать ему не мог. Пошли Валькиру одну убьем. Сколько тебе нужно еще душ? Забрал, Влад? Осколок. Вот сейчас попробую еще раз. А, забрал. Сейчас я лучше разберу. Я почему-то ему передать не могу кровь. У тебя, значит, есть. Невозможно присвоить предмет этому игроку. Не у кого нет. А, иди на первый этаж, закрывай. И кто там сразу? Рейгар. Трэш пока убивайте, Рейгар тоже за квестом пойдет. Чего-чего, не въехал сейчас. Сколько у тебя душ? Ну, три осталось. Пошли за кирпичом. Да, идите все. Трэш, убьем три штучки. Ой, там, не знаю, Валик убьем там. Да, идите сюда. Блять, ну короче, с маской такой же 25 кдпс. На кровь пойдем. Ну, в смысле, это. Там трэш убьем заранее. Хер ли Валик трогает? О, не, винхер мешается. Ничего там не мешается, нормально все. Короче, что с маской 25, что без маски 25. Все то же самое. Ну, ДПС. Слушай, ну ты сравниваешь на этом, на гнилом так-то сравнивать нам на сурке. А какая разница? В гнилом более чисто ДПС идет. Ну да, в принципе. Ну, чешка, значит, лучше. Ладно, так что, где там квест-то брать? Ладно, бейте трэш, я пойду ему покажу все. Кстати, да, где квест? Какой квест? Ну, вообще, в пятке квест на что? На болезнь. Болезнь, да. На гниль. Убивайте три мобов пока, Рейгар. Идите там, зачищайте уже. Конец, если там... Андрей, давай, Андрей. Вальки летят, нельзя там стоять. Бать, сложно. Берни его, Лена. Лена, берни. На первый этаж, самую верхнюю строчку нажимаешь. В молот свет. Перенестись в молот свет. Ленчик, ну берни, пожалуйста. Её тут нет. Далеко. Саботяга берни, Рейгара. Вот этого вот здесь квест. Возьми. Спасибо. Взял, Андрей? Андрей. Да. Как называется? Ну, линкани его просто. Ну или просто скажи, как называется. А чтобы душу собирать, грань не надо одевать? Надо. Ты одел грань? Мщение, Армани или что-то такое? Не-не-не, что-то там... Нет, ура, внутри грань не одел. Ну я смотрю, что-то без грани бегаешь. Светлость скверная какая-то, отдых из зомби. Это сам. И он опять сдох. Просто зря мобов убиваем.
последнюю строчку перенести в последний ярус. Эн, пацаны. Это линкодовый? Андрей, линкодовый походовый? Свет и сквер, но как? Не тот. Возле горна берется. Да я сказал вам. Да, да, он все. Че, 1000 собрал? Собрал? Одна осталась. Сука, одна. Саботяга, да? Ну и Валю убьем. О, Валю, да. Еще один? Ну идите, убейте что-нибудь. Ну и Валю убьем. Чика улетела. Все. Угу, все. Вот, короче, сейчас еще со второго босса такую кровь полутаешь, и тебе надо будет 25 ДС, и отомщение света — это драконьим по гости, там рукоятку поднимешь. Ну, там по квесту увидишь. Ну, там разберемся. Да, если что, спросишь. Так, вообще 25 ДС. Все, сделал, ребят. Вот последний. Так, вы убили его или нет? Вот, Валю бьем последнюю. А херли сюда все пришли. Любить. Нет, к боссу говорит. Половина. Хз. Лок, в принципе, может к боссу идти с уманем. Рейгара, СВС даст. Добили, нет? Да, сейчас сдаю. А что бой висит? Бьем. А, так он говорит, да, сдаю. Ну, он сделал, чем мы тоже добили. А. Сначала нужно выбрать. Рейгара суманите. Рыбу ставлю. Шите рыбу. Убиваю гнить самонити. Да, Влад, что я сейчас, получается, должен сделать? На профе в Обаму и там зарядить пиль, это сделать. Вот. Ну, ты ж был в Обаме. В Обаме был, конкретно мне надо сделать. Ну, кто там? Давай, будем проблемы все эти решать по мере их возникновения. Сейчас. Вот, стоп. Я все объясню тебе, что сделать. Сейчас гнила убьем и все будет. Убиваю гниль. Где, блядь? Да и рычай на пол.
Татурон, тут слизней водишь, вагонетка на боссе. Даю пулю. В миле зоны все подойдите, остальные. И все, стоим, ничего не диспелил, мы просто бьем босса. Да ебаный рот, блядь. Вагонетка, чего у тебя не получается? Денис, значит. Урон большого забирай, ходи его. Урон. А? Отличные новости, народ! Снова потекла! Крепочка Урон, бегай от него, не надо стоять, просто вади его. Ох ты, ёпта. Большого забери, Татурон. Давай ему замедление, убегаем. Да, 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 замедло и убегаем. Он, походу, не понимает. Татурон, ты слышишь меня? Замедление. Кинь слизню. Слизню, которого ты водишь. Большого. Большого. Да он по 2000 бьет, какая разница. С рейда вот забери. Сбежали. Разбежались. Рейгар, блять, воин, я бить. Блять, пиздец заслакал. Инту не бахнули, что поделать? Как минус ушла. Вы перебегайте за спину, когда босс плюет. Ботяга, подними. Рейгара, Сахалинович, подними. Вик, Аргурана. Рейгар вторая пати. Гуран четвертая пати. Рейгара или друида хила? Друид хил, по-моему, как ты. А, ну друид хила подними. Хила, да, подними. Лена БР ничего. Рейгар. Готовьтесь отбегать. Отбежали. Убежали. Смотрю за всем этим, блядь, тут пиздец происходит. Опа, экшен надо лучше отдать.
прости, народ. Гниломорд сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе! Все будет нормально, если будете делать все вовремя и нормально, а не так, как здесь. Никто не перебегал от блевотины босса. Ну это во-первых. Во-вторых, этот в мире постоянно тусовался. Один большой плюс. У нас хила сразу же сложила. Прям на первой. Рейгар, давай в танков чехляйся, этот урон в ДД. Лок поставьте. А, подожди. Пойдем квест сдадим. Это я ничего сдать не могу. А что, тебе одна эта болезнь? Сейчас кто-то сдаст и это. Зачитает вам квест. А-а-а. Все, подошли. Далее уже. О, винтовка за 500 голды, да? Ништяк. Я ее в 18 году за 5000 покупал. Такой нигерский, здоровый. 37. Смотри, багруха у меня. Оп, и око зло. Так вот надо, сука, открывать нахуй. Пояс. Пояс тоже что-то там 400-500 голды. Локи, поставьте портал, вот где стоит рейд. Возле профа и это. Клечи 2 с чем-то. У меня 2800 пока. Да не такой портал-то, блин. Этот. Капельку у вас, которая, блядь, тпшит вас. В точку определенную. Сюда вот поставьте. Да-да-да. Заходи в комнату. И ТП нажмешь. Когда ворота будут. Вот, нажимай ТП. ТП, ТП, ТП нажимай. И кол убежал. Да не весь вечер. Сейчас посмотрим плюс-минус. Да, я просто хз. Тут из новеньких. Я, да. Грубо говоря, через час 20 тоже ухожу. Пеем лану убить. Слышал, Влад? Чего? Да, 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 слышу. Тут новеньких-то вообще прям, блин, минимум, хз. Знаешь, главное, чтобы старенькие ради своего тупого ДПС не пренебрегали тактику. Тоже верно. ДПСом тут вообще никто не мегается. С
сказал маг, от которого все разбегались. Так, Рейгар, ты в ДД? Ой, в танке? В танке. Татурон в ДД? В ДД. Отлично. Сейчас объясню, что делать вам. Бить будем у стола. На присутствие даю. Так, Рейгар, с танков начнем. Ты тут, Денис? Ладно, не начнем с танков. А, нет. Денис слышит меня? Рейгар. Рейгар. Да, смотри, ты залазишь в Обаму. Все то же самое, как ты всегда делал, как в героике, как в обычке. Пьешь лужи, плюешь слюзней. Подожди. Помимо этого... Для начала ты проясни, что квест делается не с Метриосом и щитом. Квест делается с гранью. Одень эту грань. И поскольку он не танк будет с гранью, нужен танк второй. Блять, Татурон, давай в этого. Танк опять. В смысле, в чем проблема в бою оружие поменять и танчить? Не-не, там квест спадет. Спадет, да? Ну, баф с него спадет, он с оружием. Ну, такой. Если только в спеке Фурика с гранью и щитом. Но он подержать босса сможет 12 секунд только. Да, его пробьет. Тут урон танка давай, смотри. Рейгар, у тебя... ты залазишь в Обаму, пьешь также лужи, пьешь слизней. И у тебя будет... на четверку или на пятерку скилл грани. Это значит, тебе надо 100 энергии набрать, вот то, что ты пьешь эту слизень. 100 слизи набираешь, нажимаешь эту кнопку, он кастит ее где-то секунды 4. И все, и дальше пошел пить. Я скажу, в какой момент можно будет сделать квест. Все, больше от тебя ничего не требуется. Теперь Татурон, ты со всем рейдом. Нет, просто он сам просто кастит. Там не надо никого в таргет брать. Татурон, ты на второй фазе бегаешь сейчас с нами, бьешь там все как всегда. На второй фазе будешь с вагонеткой меняться по стакам. Я скажу, когда поменяться вам будет надо. Вагонетка в щите держишь босса, как всегда. Остальные. Когда появляется зеленый слизнюк, я это анонсу. Все убегаем спиной к стене в звездочку. Вот сюда вот, заранее. Как только слизень зеленый взял кого-то в таргет, РДДшники сбежались в этот таргет, милики побежали вперед уже бить этого слизня. Все, вы его бьете и сопровождаете, бьете, вот идете вот так вот и бьете, и сопровождаете на всей протяжении его до стены. Приоритет стоять спиной к стене, чтобы у вас не откидывало, то бишь у такого-то не надо стоять, чтобы у вас откинуло вон туда, вон куда-нибудь, стену, в другую. Все, по зеленому слизню, по красному слизню. Красный слизнюк появляется вот здесь вот, а РТД уже в этот момент стоят как бы не прям вот в стене стоять не надо. Если увижу кого-то в стене, кикнут нам сразу во время рейда, пока нету зеленого слизня, потому что туда пропнет лужа, избегаться уже будет туда невозможно. Поэтому все остальные РТД стоят вот по вот этой вот полосе, вот эта вот полоса, вот эта вот полоса. Здесь вот и стоите. Я анонсу красного слизняка. Все взяли в таргет из РДДшников красного слизня и начинают его бить. Красный слизень выбрал таргет. Я анонсу этот ник. Или сами просто смотрите, то, что он на вас идет. Там будет линия такая до вас, от этого слизня. Вы бежим, беги, начинаете бежать по часовой стрелке вот по вот этому кружку. Можете его, в принципе, провести через стол, вот так вот. Сюда вот убежать. В плане вы убегаете от него. От красного убегаете, от зеленого сбегаетесь. Все как на светофоре. Как только красный слизняк выбрал таргет, милики тоже могут начать бить, если он не за вами идет. Пик по пылам профа. Проф будет кидать такие зеленые пельмени.
слизней. РДДшник, если вы его лутаете, эти пельмени, у вас скорость каста снижается на 200%. Вы начинаете очень долго кастовать на протяжении 15 секунд. Милишники за спиной стоим, если там кто шарит, очень редко, потому что за спину он будет ставить две колбы такие оранжевые. К этим колбам милики вообще не подходят. Если вы их взрываете, вам и те, кто рядом с вами, возле этих колб взорвутся. На них будет дебаф на 75% меткости. То бишь вы вообще попадать перестанете практически. Колбы анонсить буду. Вагонетка, если что, щиток. Колбы выносишь. Вот, блядь, я отключил что-то. Бучи Сирус, как он меня бесит. Поверал, раз отключил. Короче, метку ставить не буду, у меня дом сломался сейчас. А можно сейчас насчет зелененького слизняка? А то будет у нас то, что все тупо сбегутся в желтую метку и будут стоять в ней. Стойте вокруг нее, потому что если вас кинется лужа, и вся толпа будет стоять в этой луже, и еще и выдерет метку слизняк, это по-любому будут трупы. Так точно, рядом с ней. В плане, единственное, не допускайте того, чтобы эта метка стояла одна. Потому что если будет один таргет, он ваншотнется. Если будет два таргета, ваншотнутся. Три таргета, вы втроем разделите этот урон. Вы избегаете, чтобы разделить урон. Вагонетка. Всю фазу держишь вот здесь, вот босса. Колбы убегаешь к стене, поворачиваешь его спиной к стене. Поставил колбы, обратно его сюда вот и подвел. Даю РЧ. Глыба даст, все. Да не, нет. Скажу. Нет, он если глыбу прожмет, то он просто перевыберет таргет, по идее. Ну да, как и рога. Ну или ты о чем? Нет, в плане, если мало хп, то нажимай. Боб спасает от красного слизня паладина на заметку. И единственное, убиваю гниль, наверное, или ганлер. Когда танки поменяются на третьей фазе, Гера тоже будет на третьей фазе. Когда танки поменяются, ганлер кинешь, вагонетки скинуть в стаки, чтобы он там, потому что мы не зальем его за два стака. Ну, в плане, 4 стака на одном, 4 стака на другом танке. Они им придется еще раз меняться. Поэтому скиньте ему стаки кто-нибудь паладин. Рейгар на 4 секундах пьешь. На пул на вагонетку дали. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штаб чумы, которая уничтожит весь Азерот! Все, давай, отводи. Ну хотя, в принципе, можешь не отводить. Из луж. Держи так. Стену все убежали, звездочку. Все, вот, заведи. Все, бьем милики на слизня, остальные бьем слизня РДДшники. Спиной к стене стоим все. Абсолютно. Вот кто там улетел? Эргуран улетел, блядь. Так а зарядил, нет? Рейгар. Не-не, сейчас не надо, после красного зарядить. Стопните урон по боссу. Красного въехали все. По боссу стоп. Скальпер побежал. Плюнь. Милит красного тоже. Заряжай грань, Рейгар. Выводите босса. Зарядил? Денис, Рейгар, зарядил? Ну, не успел. Тогда жди и плюнешь, да только плюнешь красного, ой, зеленого точнее. Тогда...
Сейчас через 5 секунд появится. Плюнешь и будешь заряжать. Химическая бомба. В стену убежали все. В стену, в стену, в стену. Зеленого плюни, заряжай экран. Все, побежали, не. Спиной к стене. Только карты никто не улетает. Зарядил грань? Дальше босс идем. Кто, барин? Красного. У тебя зарядить нету, да? Отойдите все от него. Красного. Ганнер побежал. Блять, нам не успеет. Загрел. Есть бомба кто-то выпинул. Первое. По поводу заряда. Не выпивай первый ужас сразу. Распивай. Там чуть-чуть осталось, побежал, другую попил. Она выросла, вернулся, еще чуть-чуть попил. Ты за первые лужи, по идее, можешь свободно грань зарядить и замедлить зеленого. Это первое. Второе. У нас умер вода Ахилла тупо потому, что все дружно сбежали в звездочку и отъехали 4 человека в долбанной звезде в лужу. И третье. Этому рейду на проф рано. Почему ДПСа вполне хватает? Нет. Если сделать все правильно, он ляжет без проблем. Не рано. Блин, тут у всех закрыт. Ну, там за исключением вот тех, кто там недавно прибыл. Шама, встань крестом, крестни всех. Там помимо тебя еще одновременно с тобой умер. Кушайте рыбу, последний тай, пробуем. Если не близко, да, то пойдем. Шкаф поставь, суммоните. А, да, поставь шкаф, суммоните. Шадлен. Робота и Стивена. Денис, ты же в героике плевал двоих. Вот тут то же самое, только тут один вылазит, а второй слизнюк. Это твоя грань, так сказать. Также на первой луже все это делаешь. Ну, на первых, точнее. В принципе, даже там прям Оксана суманить еще. Эксона суманули? А, здесь? Убиваю гниль. Лоликс, чего не хватает? Дай обмен мне. Господи, класс. Так-то по-хорошему у нас за одну метку умирает, что красный, что зеленый, ДПС не хватает. Отличные новости,
Води вагоня. Стены убежали. А, Рейгер, ты нас вообще слышишь, что говорит? Все, побежали, милики зеленые. РДД бьют зеленого тоже. Заряжай грань. Уже все, да, походу? Уже все в кастом переливать надо. Он уже заизил. Он первую рану выпил. Давай, Боб, готовь. Робот побежал. Есть плюнуть? Нет еще. Боб, дайте мне. О, Боб не спасает. Боб не спасает. Боб не спасает. Чтобы квест делать, надо очень-очень хорошо знать, что делать в кукле. Надо очень опыта много иметь. Надо первую уже правильно распить и все. Ну, я про это и сказал, что надо очень много опыта. Тут да, без вот квеста ты... проблем хватает. Вот смотри, я первые две лужи эти выпил. Нахрена ты их все выпил сразу? Вот такой вопрос. Нельзя. Допил одну, а осталось один раз пернуть. У тебя в первой луже побежал, вторую попил. Все, вторую допил, первая как раз чуть-чуть разрослась. Вот у тебя есть той энергия. Ты клюешь зеленого слизняка, допиваешь ее, и все, у тебя опять сотка энергии. Плюс два друида еще. Ну, это сказать легко, а сделать это не так просто. Это надо много раз это пробовать делать и успешно закрывать рейды. Я и говорю, что нужно опыта побольше. Ну, если человек плевал в двух слизней в КМ, как бы там проблем с этим не должно. Да я бы не сказал, что если ты плюнул с двух слизней в Герри, у тебя хватит опыта сделать в таком рейде квест. Ладно, Денис, давай пока без этой тогда фигни, просто по баме побудь, попей лужи. И под конец третьей фазы, если что, зарядим. Потому что мы сейчас, если даже и сделаем, блядь, на третьей фазе не убьем, смысла не будет. Перед третьей фазой, если что, стопнут ДПС, зарядишь грань, все. Давай, хорошо. Ну, вообще-то это и делается перед третьей, потому что там дебаф на 6 минут дается. Куда? Там, я вон на первой фазе делаю, вот как вот сейчас делали, и все. Ну, смотря в каком рейде. Абсолютно в любом рейде. Там время слизней не ограничивается. Ну, в плане ДПСа. Эксон делал, блин. А, нет, не Эксон, кто там еще был? А, ну это левый был, ладно. Ничего страшного, Денис, вон, Карухар фуловый вар, блядь, тоже обосрался тогда. С грани. Она да я похуй, я эти более бухой, мне вообще насрать. Более бухой. Но опять же сейчас куда-то...